Добрый день! Мы у отеля Сусеси в Белеке, и здесь осуществляется самый быстрый, самый удобный трансфер в истории футбола. Давайте заглянем внутрь. 26-летний футболист Волгаря Илья Стефанович сдал форму своего бывшего клуба, поднялся на лифте с первого этажа на пятый, и вот он уже в новой команде – московском «Торпедо». О, Илья, приветствую! Рад тебя видеть, добро пожаловать, приветствуем тебя в клубе. И уже вечером сегодня ждем на тренировке. Спасибо. Давай, удачи. Спасибо.